Генеральный партнер проекта «Приорбанк». Шри-Ланка – удивительная страна. На одном острове можно увидеть горы, океан и удивительную природу, и богатую культуру. Мы обязательно еще раз сюда вернемся. Ну а пока... Открою секрет. От Шри-Ланки до Мальдив лететь всего 50 минут. И мы не можем не воспользоваться этой возможностью. Сразу две страны вместо одной – это вполне разумное по финансам решение. Именно поэтому экскурсии из Шри-Ланки на Мальдивы пользуются большой популярностью, а недорогие туры на Мальдивы становятся реальностью. Мальдивские острова – действительно райский уголок на нашей земле, и сюда мечтают попасть не только влюбленные парочки. Но всех смущают высокие цены, и это действительно так. Высокие цены на отели, высокие цены на трансфер. Вот, допустим, перебраться с острова на остров, вот как за моей спиной, стоит $65 на человека, и это на спидботе. А если на гидроплане, это от 300 и выше долларов на одного человека в одну сторону. Welcome to paradise! В таких маленьких лодках происходит передвижение между островами. Хочется отметить, что попадая на остров-резорт, сразу же чувствуешь себя почетным гостем. И это чувствуется во всем, начиная от приема, приветственных коктейлей и заканчивая обслуживанием в барах и номерах. С собой не надо брать ничего, кроме, конечно же, купальника и хорошей суммы денег на пластиковой карте. Все остальное, что нужно для отличного отдыха, предоставит вам отель. Полотенца, огромный выбор защитных средств от солнца около бассейна, заботливо накрытые махровыми простынями лежаки, а комплименты от отеля в виде воды, фруктов, соков, орешков разных видов, холодных полотенец ни на секунду вам не дадут забыть, что вы желанный гость. И все здесь для вас. Или скорее, только для вас. Генеральный партнер проекта «Приорбанк».